Жили-были в граде Муроме два брата. Княжил первый брат жену свою любя. Но повадился летать к ней змей крылатый, облик мужа принимая на себя. И когда открылось это наваждение, Петр брат родной мечом его убил. Но во время их жестокого сражения кровью змей его своею окропил. Скоро тело у Петра покрылось язвой, и помочь ему не в силах был никто. Только девица одна, дочь древолаза, князю мазь дала из собранных цветов. А в обмен на исцеление Февронья попросила, чтобы в жены взял ее. Но была она бедна и худородна, и забыл он, исцелившись, про нее. Только вскоре язва вновь к нему вернулась, и примчался он к Февронии, стыдясь. Но она ему, как прежде, улыбнулась: «Исцелю тебя, коль женишься, мой князь». И, почувствовав опять себя здоровым, обещание Петр выполнил свое. Только муромцы их встретили сурово, не хотели принимать они ее. И тогда от трона князя-самодержца отказался он, чтоб быть женой своей. Полюбив ее душою всей и сердцем, хоть была она не княжеских кровей. Только вскоре образумились вельможи, умолять его вернуться принялись. Без него никто уж властвовать не может, и за власть бояре все передрались. Возвратившись снова в Муром муж с женою, справедливо управляли градом тем. И была Февронья мудрою такою, что никто ее обидеть не хотел. А когда настал конец пути земного, умолили слезно Господа они, чтобы в иноческом чине вместе оба в час один свои окончили бы дни, завещав похоронить в одной гробнице и друг друга перед смертью подождав. Улетели две души, как будто птицы, но тела их положили в двух гробах. Только утром те гробы пустыми были, а они лежали рядышком вдвоем в той завещанной гробнице и любили, даже будучи уже на свете том. Так святые Петр с Февронией любили, даже будучи уже на свете том.